С 9 по 11 сентября в командном первенстве класса БЦ1 и БЦ2 развернулась упорная борьба. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из 13 стран мира. Российская команда выступила в таком составе. Боча – паралимпийский вид спорта, в котором принимают участие спортсмены с церебральным параличом. Цель игры – при броске приблизить свой мяч к джекболу, как можно ближе по отношению к мячу соперника. На групповой стадии команда России обыграла Германию. Хорватия разгромила хозяев сборной Польши. В полуфинале упорной борьбе Россия переиграла команду Украины, а в финале не оставила шансов словакам. Итог – сборная России стала победителем турнира. Спортсмен воскресенского клуба «Инвалидов-лидер» Михаил Летников использовал свою тактику и принес российской команде очки. Напомню, что в апреле прошлого года дебют Михаила Летникова на международных соревнованиях был успешным. Он завоевал золото для российской команды и снова, уже осенью этого года, повторил успех.